Служба безопасности Украины заявляет, что задержала офицера Нацгвардии, который помогал ополченцам и может быть причастен к покушению на главу МВД Арсена Авакова. По данным пресс-центра СБУ, мужчина задержан 29 июля. В ведомстве утверждают, что во время пребывания в июне-июле в зоне проведения АТО в Донецкой области он установил контакт с руководителем разведывательного подразделения ополченцев. Служба безопасности Украины считает, что гражданин М передал ополченцам данные места дислокации и системы охраны штаба АТО в Изюмском районе Харьковской области, а затем предложил сепаратистам напасть на штаб.